О, доброго времени суток, дорогие детишки. А, я, во-первых, не знаю, что мне делать. Как обычно, как всегда, ничего не изменилось. Во-вторых, заранее прошу пардона, если я сегодня немножко не в форме буду в плане диалогов. Каких диалогов, в жопу? Вот я о чем я говорю. Ага, о, а, о. Монологов мной, между промеж меня и камерой. Потому что мне сегодня умудрились испортить настроение былиным образом, суки. $5, and I'll suggest a new fighter. А, вот зачем мне деньги. Какая прелесть. Bring me the next one. Давай. Next is Basim. You'll find him in the courtyard. Больно так, мне настолько сильно испортили это настроение. И вообще вся эта ситуация, которая происходит сейчас, ну вот, с этими людьми, так сказать. Меня конкретно настолько сильно вымораживает, что это даже... Естественно, ситуация эта связана с получением водительских прав. О, это будет, когда я их наконец-то получу, это будет притча в языцах. Это песнь о нибелунгах войдет в аналы, не побоюсь этого слова, истории. Это история былинных отказов, пафосного превозможения и все в таком роде. Ну, все как я люблю. Только есть одна большая проблема. Когда это все происходит, я имею в виду былинные превозможения и пафосные отказы, в реальной жизни становится не так весело, как могло бы показаться. С кем мне там надо поговорить, я уже забыл, ёпта. Зачем так много загрузок, блин, на одну, ёпти... На одну карту долбанную. Басим, ты где? Recreation. Отлично. Это где-то здесь. А, или там. Басим. В этой истории, короче, есть все. И пафос, и злоба, и ненависть. И уныние, и отчаяние, и все, и все, 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 что есть. Все, что придумал в свое время Шекспир и вылил это с помощью чернил пера из своей руки на пергаменты истории. Все это я переживаю прямо сейчас. Это просто... Это... Быль. Это быль былинная. Сродни тем, которыми баловались Илюша Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Иван Попович. Где этот, сука, Басим? Даже влог, который я сделаю после того, как я получу свои сраные права, будет настолько пафосен, что император человечества удавится на своей аквиле, блин, собственной. Какого хрена? Где? Вот я сейчас в Recreation Area. Где он? Почему его здесь нет? Окей. Кто бы мог подумать, что дверь, на которой написано No fucking in Recreation Area, может открываться. Это... Я здесь был. Нет? Я здесь не был. Басим, это ты? Асиф, это не ты. Крикет какой-то. Окей. Но вряд ли кто-то из этих двух пацанов Басим. А может быть и да. Окей, спасибо. А зачем ты это делаешь? У меня нет ни черта, у меня только пизурок с ядом есть, который ты, естественно, каким-то магическим образом не нашел. Интересно, где же Ридик его держит? Кто бы мог подумать? Ридик, мы были тебе лучшего мнения. Что за херня? А если он вдруг нечаянно разобьется, вот это Басим, я знаю. Басим, ты это ты? Басим. So you wanna fight me? Давай, месяца, короче. That's сейчас good, биться, I can use the prize money. Сейчас ты ответишь за все, что меня парит последние дни. Окей, окей, что? Что? Офигенно, классно, блин. Спасибо большое. Она куп... Зачем мне идти все время вдаль куда-то? Бегать взад-назад. Мне уже как бы... Кто так делает? И сейчас у меня будет опять загрузка, между прочим. Вот. А если бы я играл на PlayStation 3, то загрузка еще и была бы долгая, потому что дисочек крутился бы, пока его не расхреначило бы в щепки во всраном приводе. Отлично, я выиграю, получу 20-ник. Давай, блин. Жги уже, блин, надоели. Новичок Ридик будет меситься с Басимом. Что-то там, бла-бла-бла. Убей их всех полностью. На, врыло.
дебила, я сказал. Ах ты, сука. Ах ты, с локтя, на, бля. Ушатал его. Опа. Падла. Ты мне еще даже... Окей. Единичку здоровья не снял, гандофил. Но ты близок к тому, чтобы это сделать. Слышь, ты утомил. Ты сука. На! Да ты охерел. Слышь, лысый. В смысле, а мы оба здесь лысые. Ну ладно. Брательникам Басима не понравится. Я нашел сигареты. Видимо, они стоят 20 баксов. Меня радует, насколько охранникам вообще похер. Просто похер. Мистер Похер. С мистером Похером веселей. В доме чище будет с мистером Похер всегда. Эй! Не стихи, зато... зато правда. Окей. To become ring fight champion, you need to defeat all opponents. Окей, давай еще одну. Еще один бой. Он трудный самый. $5. And I'll suggest a new fighter. Давай, на тебе тишу. Bring me the next one. Следующий. Заводите. Сотус. В столовке жрет, хавает. Окей. К3 это что такое? Это типа К1 только круче, а-ля типа, как где, бои без правил? Окей. А можно Пуазон, который пизурок Пуазона ему в борщ? Неожиданно для него опрокинуть. Я бы порадовался такой приятной возможности. А мысль о том, что... Эта мысль у меня вообще в целом появилась, говорит о том, что грамотным дизайнерам надо было бы подумать о такой возможности. И если они ее реализовали, то лобзаю все части тела этих людей, как Владимир Ильич. Владимир Ильич. Леонид Ильич. А если нет, тогда извините. Тогда просираю все полимеры, как... Как его? Михаил... Сука, как его по батюшке? Я забыл. Как Горбатого по батюшке? Михаил... Я забыл, как Мишу. Мишаня! Мишаня, как тебя по батюшке? Он как раз хрючело хавает. Давай мы ему хрючело насым. Насым ему хрючело. Не хочет ему насать в хрючело. Ну хотя бы, блин, мог бы и Пуазон туда залить. А при должной старовке можно было бы сделать это прямо из ширинки. И сделать два в одном. В две струи. Зачем я об этом говорю? Я не знаю. У меня шок. Списывай это на шок. Который я познал буквально недавно, когда меня через хера прокинули, блин. Некоторые несознательные личности. Я так понимаю, мне надо вернуться к Центуриону. Просто взяли и через хера прокинули. Как так можно, блин? Я не привык, что меня через хера прокидывают. Как? А увлекательные пешие эротические вот эти путешествия, блин, они мне вообще нахер не нужны, блин. Пардон за невольный каламбур. Давай, следующий уже. Я уже говорил это. Я смотрю тебя другим... у него заточка! Какого хера? Так ты говна поел? Риддик стоит так, как будто он уже обосрался. Да, в принципе, да, так оно и есть. Сука! Заточка, это нечестно. Блин, падла. Как бы тебя поймать? На! Жир-трест. Умри в огне моей ненависти. Заточку положил. Положил мне заточку. Запилил мне ее заточку. Это быстро, блин. Это не заточка. Это сраные сигареты. Нет. Нет. Заточка. Она лежит. Она лежит на полу. Я ее вижу. Я вижу заточку. Ее никто не трогает. Я ее вижу. Тихо. Какой дефенс? Иди в жопу. Но меня сохранили. Значит, можно. Эй! Окей. Что мне дальше делать надо? Что, опять? Опять? Да сколько можно? Ну, в этот раз у меня будет заточка, суки. $5, and I'll suggest a new fighter. А сколько можно уже? You win the show, you're $20 richer. А что, если...
Если предыдущий был с заточкой, то это что будет? Короче, сука, блин, с пистолетом? Куса из left. Потому что у него пистолет. Система имени Макарова. Где я его могу найти? Че он там сказал? Я прослушал все. Recreation Area. Опять. Б от слова «былинный». Отказ, который я сейчас потерплю. Явно. Я немножко подустал от былинных отказов за последние 4 месяца. Честно говоря. Вот я вам так замечу, граждане. В былинных отказах нет ничего приятного. Кто там Куса? Куса. Эти два не были Кусой. Это два каких-то ушлёпка непонятных. Где дверь? Дверь, я тебя потерял. Доктор, мы ее теряем! В смысле? Доктор, он прячется! Что это за... Почему вы все... Мистер Розовый? А ты что здесь забыл? Так, главное ничего не включать, остальное все фигня. Мистер Куса, где вы там? I need to get him, but there's no way I can get the ship through. There's an old trick you can use. You have an old style filter smoke and a lighter. Okay. I'm gonna smoke the bitch to death. Расскажи no, мне, что you можно dumb сделать. Fuck. You burn the filter and work it into a needle. It's kind of fragile, so you don't want to work it too much. Stab him in the neck and he's done, man. Серьезно? I heard of that thing, of course. That's what I'm gonna do. Окей. Для тех, кто вдруг не понял, один парниша, темноватой наружности, спросил у другого парниши, темноватой наружности, но с двумя ходками. Как можно замочить какого-то непонятного хрена с бугра? Я, говорит, не могу пронести в своем отверстии известного характера целую заточку. Мне больно. Мне мучительно больно. Мой пердак еще не настолько хорошо, говорит, разработан. У меня только одна ходка, блин. И, короче, на петушиной хате он не сидел. Вот, ну не получилось. Он пытался, но не смог. Побрезговали. Поэтому пердак у него, в принципе, девственно чистый. Говорит, как? А тот ему и говорит, возьми старую сигарету, пожги фильтр и из фильтра сделай иголку. Воткни иголку ему в шею, и ему жопа. Из чего сделаны эти сраные сигареты, если... Как? Как? Я не знаю как. Не спрашивайте меня как. Спросите у тех, кто это сделал, написал этот диалог. Слышь, кто из вас тут Куса? Гулаг! Гулаг, как ты изменился? Миллиард лично сожрал? Я знаю, ты можешь. Серьезно, сколько мне еще кругами ходить в поисках этого странного Куса? Сюда пошли. I'm gonna crack your fucking skull. Ты говна поел, сейчас ты просто, блин, ушатаю. Тут есть круговой выход? Нет? Это кольцевая? Это кольцевая. Скажите мне, пожалуйста, что это кольцевая. Это ни хера не кольцевая. Значит, мне придется бежать усиленно. Так, кнопка 1, shift, окей. Шивом ты и получишь в глаз. Если постараешься, может быть, даже в шоколадный. Ридик, судя по тому, что где он держит пизурок с ядом, знает толк в извращениях. Он такой. Ну и вообще, как бы, атмосфера располагает. Наверное, не знаю. Сам я в местах не столь отдаленных, как можно заметить, не бывал. И надеюсь, что знакомство с ними у меня так и останется. На почве синематографа или игр. Так помолимся же великой халяве все вместе, братья, чтобы так оно и было. Давай. Я готов. О, они отключили все. Окей. А у меня еще 3 осталось здоровья. Опа! Ах ты, сука! Слышишь? Так, почему он меня вырубил? У меня еще 2... Я вышел из ринга? Да пошел ты в жопу! Еще раз! Ну, в смысле, еще раз я сказал.
О, можно пропустить, нихера себе. Кто бы мог подумать. О, все можно пропустить. Шикарная композиция. А если он из ринга выйдет? Да, сука, утомил. Опа! Опа! О! Подло! А почему он блокает шип с металлическим звуком? Я не знаю, но он сдох, так ему и надо. Я всех убил, один остался. Да вы задолбали, а отличиться-то можно? Нет, спасибо, конечно, что вы мне дали херову кучу сигарет, блин. Но они мне никак не помогут вылечиться, скорее наоборот. У меня серьезно нет здоровья. Видимо, здесь где-то есть залечка. Здесь где-то должна быть залечка по-любому. I got a message from Bam. He'll fight. Problem for me is that you might win. Окей, он будет с нами драться. And Hoxie ain't gonna like that. Кто такой Хокси? Your problem isn't the Hawks. It's me. Yes, you are a problem. Hoxie will probably send Abbott down for you. А, Хокси это этот, начальник тюрьмы, I mean, ну да. Abbott and me, we have unfinished business. So okay. What's the deal, Riddick? You're gonna fight or not? It's five UDs. Все равно просто пять баксов. Просто $5, короче. Вы, конечно, очень классные, но у меня один здоровье. Riddick versus Bam. Это не Бам, это Дюк Нюкем. Почему у него квадратная голова? Fight till death. А у меня есть? Есть. А какого хрена ты ее не достал? Мне жопа. Мне полная жопа. А! А! Уходи от меня! Сука, уходи от меня! Ау! Да пошел ты в жопу, блин. Как его должен победить с одним здоровьем, блин? Он столько ударов выдерживает. Нет, реально, здесь может быть аптечка где-нибудь? Я не знаю. Нет, должна быть где-то аптечка. По-любому где-то должна быть аптечка. Да, заткнись, короче. Все, заткнись. Один здоровье. Опять пафосное превозможение. Что за херня? В конце концов. Как так-то? All right. Оставайся в точку, дебил. Ау. Вот я и помер. Шипись, отлично. Супер. Блять, просто сдохни, мужик. Просто сдохни. Плиз. Просто умри в огне моей ненависти. Ты тупой же ты, блин. Вот так и повторяем. Повторяем. Смыть и повторить. Ха-ха-ха! Сука! Я даже ачив заработал. Я вижу... Костет. Ты его в глаз сейчас зарежешь? Окей, you had your fun. Come with us. А, ну да, и тут-то мы пошли. А у меня все еще один здоровье, кстати. Вы знаете, пацаны, об этом? Ну здорово, давно не виделись. Я не скучаю. Talk to me. Расскажите мне все. Бам, мертвый. Riddick нахер вообще мертвый. Риддик его убил полностью. You're not still mad about before, ты же не бесишься, ты же не злишься на меня за то, что было раньше. Ну, зол ли я на тебя, говорит. Сейчас он... Сейчас ничем хорошим не кончится. No. Нет, fact, говорит. Я уже better. Чувствую себя гораздо лучше. Лошара. Это ни к чему хорошему не приведет. Дебил. А, ну да-да. Мы все знаем, чем это все заканчивается. Ты меня как будто грохнул, а я как будто из последних сил. Тут они достали размягчитель знаков.
Dad is right, Riddick. А! Рояль в кустах, внезапно! Внезапно опять, и снова! Ярость топора! Давай, включай! Что-то недостаточно пафосно. Или он просто пернул? Умеет это делать? Какого хера? Сука! Что у меня есть? Хера у меня нет. У меня есть заточка. На, сука! Ау. Ну ты такой же тупой, как и предыдущий парень. А, да! Опс, не успел. Тихо! Поближе подойди, придурок. Что это было? Ау. Блять, не успел. А демократизатор мне останется? Или как? Ну ты замах еще пошире делай, придурок. Лошара. No surveillance means it never happened. Демократизатор. Я хочу демократизатор. Отлично. Шикарно. Шикарно. И по щам этим. Да. А это будет один. Ну, чтобы душить. Нахер душить всех. Меня сохранили? Меня сохранили? Меня сохранили. Меня только что сохранили. Наверняка меня только что сохранили, по-любому. Access granted. Спасибо. Спасибо, дверь уже открыта. Спасибо. Thank you very much, bitch. Окей. Окей, alright. Окей, alright, и тут-то понеслось. О, я знаю, что это. Это больше жизни. Больше жизни. Шикарно. Вонзите ему всякое. Похоже, он это любит. Кто мог подумать. Зашибись, теперь у меня 6 полосок. Или 3 раза по 2. Я пока не решил, что лучше. Это... А свет выключить можно как-нибудь? Я не знаю, стелс нет? Да? Стелс? Стелс нет? Стелс? А, похер. А, всем все равно. Прекрасно. А, всем все равно. Что делать? Расскажите мне. О, я знаю, куда идти. Эй, отлично. Куда мне идти? А, да, я знаю, куда мне идти. Шикарно. Шикарно. Кстати, должен предупредить, к сожалению, этот эпизод Риддика будет на некоторое время, не последним, но на некоторое время, короче, с Риддиком придется завязать. Да, я знаю, я знаю. Но я его пройду до конца. Это не тот случай, когда я что-то где-то там оставлю и не пройду. Нет, это я пройду до конца, обещаю. Сто пудов. Просто, как это показывается? Хер его знает, блядь. Короче, зуб даю, блядь. Мамой клянусь. Просто сейчас, то ли сегодня, то ли завтра выходит Alien Isolation. Isolation. Похер, я хочу в него просто поиграть. Если вдруг... Я не исключаю такой возможности, что если вдруг Alien Изоляция останется, окажется говном унылым. А это вполне может случиться. Это вполне может произойти. Тогда я его и буду записывать. Хотя, если он будет такой же говно, как и... Как и... этот... Colonial Marines. Тогда я, может быть, его допройду. И, казалось бы, после этого... Привет, пацаны. Я спрячусь? Ничего? Да? Окей. Так вот, и после этого, к сожалению, у меня тоже не будет времени сразу допройти Риддика. Потому что... Гладиолус. Потому что...
потом выйдет Evil Within. Который, скорее всего, я не уверен в этом пассаже, но вполне есть вероятность того, что я не смогу его записывать. I'm working on it. Потому что у него слишком большие системные требования. Даже в минималке требуется Core i7 с четырьмя или там с восьми ядрами, я не помню. Что с вами делать, пацаны? Но я еще пока не определился, что с ними делать. Поэтому, если я Evil Within не смогу записывать, что тоже большая вероятность, я, во-первых, буду очень расстроен такому повороту событий. Но тогда я смогу вернуться сразу же после того, как кончится либо, смотря что быстрее кончится, либо Brothers, либо Alien. Вот. Там будем посмотреть. Но Риддика действительно хочу допройти до конца. Это не тот случай, когда я могу забить. Несмотря на то, что как бы количество просмотров так себе, но в данном случае это нерелевантный фактор. Для меня, по крайней мере, лично. Поэтому такие дела. Следовательно, это на сегодня будет все. И, скорее всего, на неопределенный срок. Подозреваю, что где-то на месячишко полтора, если все пойдет так, как обычно оно бывает, с Риддиком мы попрощаемся. Но, повторюсь, в зуб даю, это не навсегда. Просто, ну, слишком много, сами понимаете, осень. Ну, разве что окей, если еще что-то такое экстравагантное выйдет, во что я захочу поиграть. Я не знаю, осень, пора релизов, там, потом Рождество и все такое. Не знаю. Посмотрим, как пойдет. Ну, в общем, да. А так, на сегодня все. Шарьте лайк эти видео, оставляйте ваш фидбэк нашей книге для жалоб и предложений, а наша секция для комментов внизу. Подписывайтесь на канал. До новых встреч в эфире, граждане!